Дай Бог, чтобы мы стяжали и постоянно умножали те добродетели, которые ведут нас в Царство Небесное. Об этом в своей проповеди говорил митрополит Викентий, глава Среднеазиатского митрополитчего округа. Накануне владыка возглавил божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе столицы Узбекистана. Эта соборная молитва Фомино воскресенье на восьмой день по Пасхе была примечательна тем, что после литургии крестного хода священнослужители и прихожане поздравляли архипастыря с воскресением Христовым. Клирики, преподавательский состав семинарии, сотрудники епархиального управления и миряне говорили теплые слова и добрые пожелания своему архипастырю. Царство Небесное Господь даровал нам очень дорогой ценой, ценой своей крови, страдания, мучений на кресте. А нам повелел, чтобы мы стяжали Царство Божие своими трудами, посильными трудами ради Царства Божия, живя благочестно, благогодно, смиренно, кротко, трудолюбно, любвеобильно. И эти качества души, эти добродетели являются теми, которые ведут в нас Царство Божие. Также в этот день за богослужением глава Среднеазиатского митрополитчего округа вручил богослужебную награду иерею Владимиру Поляку. Он был достоин права ношения набедренника.